Лук репчатый. Еще в древности репчатый лук использовали и в пищу, и как лекарство. Так римским легионерам в обязательном порядке давали лук и чеснок, так как считалось, что употребление их в пищу увеличивает силу и мужество. Печеный лук хорошо применять при инфекционных заболеваниях легких, таких как бронхиты и пневмонии. При пневмониях печеный лук особенно рекомендуется использовать у детей. В этих случаях используются луковые обертывания. Лук можно спокойно класть на область сердца, и такой горчичник лучше делать на ночь и не снимать до утра. Печеный лук используется также при всевозможных кожных натоительных процессах, таких как фурункулы, карбункулы. При этих заболеваниях печеный лук ускоряет созревание гнойника и способствует более быстрому удалению из них гноя. Запеченная луковица режется пополам, и целая половинка прикладывается к больному месту. Луковая шелуха в своем составе содержит антоциановые красители. Эти красители обладают гемостимулирующим действием и способствуют созреванию эритроцитов. Кроме того, они обладают не очень сильным, но все-таки противораковым действием. Поэтому для онкологических больных есть рецепт лукового супа –